Парижа. Можем мой рюкзак все-таки назад перецепить? Ага. Назад. Можем остановиться, я его еще есть автомост. Автомост не как никак, только по рецепту. Это вообще прям не тропинка. Да, мало большие. Ау! Да нормально! Мы привыкли так! Смотри, какой угол прям. Угол? Вот здесь мы сейчас так. Разуклонка, короче. Все сползло. О, слушайте, да тут можно пожить маленько. Тут и буржуечка устроена. Да, да, да. А ты снимаешь, что ли? Да.
Семафор! Что? Семафор! Слева! Давайте у него остановимся. Так, не разгоняйтесь! Так, тут мост, но бачок завален. Сначала далеко проедем, так? Пам! Руками! Я заглушу. А, так чтобы завести, так интересно. Перевод стрелок руками. Прекрасно. Ну это же ручная. Нет, это металлом сдал. Так что, переводим обратно? Говорят, нет. Спрашивают обратно, нет. Просто на некоторых принято, что кому надо будет. Всегда переведено в одну сторону. До или после? На! Просто вот туда получается. Туда? Да, с турбазы выезжаешь. Сейчас просто ветер сюда. Ну, как бы сейчас машинка не течет. Там-то ничего нет. А вот туда, вот сюда, потом туда, налево получается поворот. Там вот турбаза будет. Делаешь, а стрелка была, помнишь? Туда вот. А на турбазе-то постоянно кто-то есть? Ну дайте посмотрим. А какое было? Наверное. А слева это что? По-моему, это блиндаж, да? Да и почему? Пока не знаю. Чтобы меня нас, сука, не захватило. А, это, наверное, чтобы сверху... Да, это чтобы...
Да, 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 да. Это для ссыпания. Нет, никакие не блиндажи, вы чё? Тут и дозаторы на месте. Так. Да. Смотрел край? Да. Я тоже. В кои-то веки, да. Это не просто. Там, когда машинисты, когда за небо, да, мостом. Да, бывает, когда это по мосту проезжало, просто. Ага. Мы сейчас рассекаем по центру огромного болота. Да.
жопа мокрая, простите. Только не буксануть! Ноги! Минус ноги! Все.
Это вот глубинка как раз. А, может, так мы не посмотрим или как? Или... Может, мы поедем там? Да? Сейчас смотрим. А, я понял. А кладбище здесь есть? Кладбище есть здесь? А на зону привозили, наверное, с погоды, да? О, вагончик. Да, понял. Уже дальше, а все, там дальше ходим. Или можем проехать вот до конца, пока едется, и там походим. А сюда уже пойдем назад, гуляя. Да. Это же утюг стоит, да. Да. А вы сюда ездили или в этот турбазы? Сюда ездили. Сюда? Да. А, это не диспетчерская? Видимо, вокзал. Ну все, там чуть-чуть можем вперед проехать, там пизда уже. Пизда поезда. О, а проедем все-таки. Как по три состоит вот это. Просто поставь и все, и он упадет нахуй. Ну, это понятно. Там поедет. А то я думаю, барахло проходит, собирают, все равно кто-нибудь. Херовый. Я, короче, пизда. Нет, да и с мужиками разговаривали, короче, ты говоришь, нахуй, блядь, лишний проблем. На турбазу, да. Турбазу, да. А это самое, может, проедем туда, а все. Чуть-чуть же осталось. Пошли проедем. О, ну да. Это дерево, его как-то отбросили. Там, там дерево прям заровили. Через дерево. Вон я вижу. Мы так далеко не уедем. Вот столовая. А, только и было. Почти 2000 выходит. А вообще столовая была без дверей. Это просто было маленькое.
Я тут не тоже. Мы не проедем нормально там. Да, давай. Мы буксовать будем. Оставим на будущее, которое. Ой! Херово! Галия расползлась, видели? Я думал, сейчас это на шпалы. Резко бы останавливали, прыгая по Ой! Сейчас, да горит, отходи. А, нет, не пружинит, нормально. Сейчас как князь Игорь, коснили же. Да. Ну, на двух березах, да. Болото. Опять. Парни, вот тут лучше не застревать.
сейчас в траве буксовать будем больше. Ой, блин. Я же правильно перевел? Правильно. Надо было чуть-чуть больше. Ну, я стараюсь. Оп, так. Ага. Это я так, просто не слышу.
дорога тоже была. Вроде на насыпь похоже. А может это даже прямоугольник был? Бермудский. Значит, какая скорость? Кстати. Вторая? Сеф, а может и был? Ну я что-то затрудняюсь сказать. Так, а здесь что? Что-то пошло не так. Не чайник. А новый шпал, по-моему, да? Или наоборот? А вот внизу. Нет, да. Может, они тут с самого начала такие? Да. Наверное, это указатель поворот. О, встречка! Да. А, или это квадроцикл, я не пойму? О, квадроцикл, да. Похоже, они одна, уже... вторая. И третья. Их три, но где даже какой-то. Вроде три. Ну, в смысле, на путях? Третья снята, да, ну, да. На путях две, вроде. Да. И это никого нет. Пионерку по этой хуйне по лестнице, что ли? Ты да на ёлку.